В общем, наладила я себе, смотрите, штукатурочку теплом вниз. Белый пол, не знаю, хватит ли мне, вон полмешка осталось. Вот, ребят, навела я сейчас вот пожиже. Вот. Закрепляем, у нас материал вчерашний, ребят, с вами. Вот поставила наведёнку, чтобы повыше шпатель 35, и вот 60, заделочка, она упала. Вчера морокнула у меня, примерно. И вот, примитивный раствор. Хорошая, это пригодит. Я читала, потом интересно, что у меня за вот эта гладилка. Ей лет 10. Ну, точно. Вот, отличная. Вот, бригадир. Это какой-то АРТ корейский. Лет 15, это лет 10. Ребят, значит, смотрите. По правилу я протянула низ, вверх и угол. Вот тут. Будут менять они потом дверную коробку. Значит, смотрите, что делаю. Сейчас буду тянуть вот этой вот гладилочкой. Значит, размешиваю растворчик. Теплом Юнит Белый Голд. Люблю я его, ребят. Он самый белый из штукатурок, который есть. То есть я не шпаклюю стены потом через один день. Сохнет 3 мм в сутки. Вот. Через один день зашкурю. То ли шкурочка на кусочки 40-й буду принести шлифмашинку. Я для нее уже и перчатки купила. Эти вибрационные. Вот. Посмотрим. Ну, наоборот, конечно. Сейчас из Китая я себе заказала 7 пар фильтры, предфильтры. Нормально, там по 500 рублей они. Меня устраивает в Москве по 1600 пара. Потому что я только в фильтрах работаю. И вам, ребят, советую. Вот у меня коллеж, который постарше был, у меня в свое время учили, все воображали. Лица красили, понимаете как, а на лицо вот не одевали защиту. Ну что, у всех очень много, у них в 50 годам вот, развилась легочная недостаточность от пыли. Сразу теряют сознание. Пыль, еще пока вот, да, мешают гипс в ведре, пыль вот это вот поднимается. Им сразу не хватает воздуха. Поэтому обязательно защищайте, ребят. Вот при вот такой пыльной обвизе, пыльных работах, обязательно одевайте средства защиты. Надо, чтобы миска вот эта была плоская. Тогда очень удобно брать с ней раствор. Ну, что оттягиваем? Ну, нет, снимаем. Толщину не создаем, ребят. Самый тоненький слой. Величина зерна, грубо говоря. Протаскиваем. Ну, вот, протягиваем. Они тоже с мужем делали первую, вторую. От первой у нее был сон. У меня тоже первая прививка, я спала с 12 до 6. Вот. А вторая прививка, они сказали, вот вроде самой юбки ничего, а ее мужа температура резко поднялась, 38,2 сутки держалась, а потом также на пальце.
вставлю, чтобы он сказал. Ну все. Больше никаких не будет побочек. Давайте, я для вас все делаю. Давайте немножко и вы для меня сделайте.